И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша. И в этом видео я снимаю обзор на красные ножницы. Кстати, передаю привет Максу Про, Ежу Гриксу, Евгению Бавыкину, Диме Яйцеву, ну и, конечно же, Си Ананасу. Привет вам, ребята! Итак, дорогие друзья, сейчас я держу красные ножницы у себя в руках. Давайте я вам покажу их поближе. Здесь есть вот такое вот лезвие. Благодаря этому лезвию можно что-то разрезать. Чаще всего, дорогие друзья, ножницы используют в быту, так как они очень полезные и нормальные. Ну ладно, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился сегодняшний обзор. Я вам, как всегда, желаю здоровья, счастья и благополучия. Ну и всем удачи, дорогие друзья. Всем пока-пока, дорогие друзья. Дай бог всем здоровья. Пока.